Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Стою, спокойно. Училище Смирно! Товарищ директор, училище Олимпийского резерва номер один проводится тренировка по классу. В строю 452 человека. Заместитель директора Сапшук. Вольно! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Вот такие мероприятия у нас будут проходить. Самое важное в училище, наверное, в жизни для всех, это здоровье. Поэтому при чрезвычайных ситуациях действуем в таком порядке. Побыстрее выходим организованно. И тогда мы жизнь и здоровье наших воспитанников и свое сохраним. Быстренько, без суеты, без паники занимаем свои места. Дежурный тренер-воспитатель проверяет людей, просчитывает. И только после этого мы куда-то уходим. Если вопросов нет, всем спасибо, хорошего дня!